Пополнен. А сборная до этого матча играла ни шатка, ни валка. Ну, давайте об этом поговорим потом, а сейчас о составах команд. Итак, Армения. Под первым номером в воротах центр-форвард 11 номер Саркисов. И сборная команды Казахстана 22 номер Лория в воротах. Вот интересно, все-таки как будет играть команда Александра Бородюка. Но нам образом Александр Бородюк не меняет схему, которую использовали его предшественники. Ну что ж, поехали. Сборная Казахстана пока что с мячом. Уже видим, да, что команда Казахстана предпочитает играть на контратаках. Армяне идут вперед. И прострел в штрафную площадь. Не будет здесь завершающего удара, по-моему. Вот сейчас не Маркос Пизелли, да, в красной форме. Он сейчас забивает голы, выступая в МЛС за Реал Солт Лейк. Пока что в атаке сборной Армении. Мхитарян как эффектно уходит от опекуна. Удар. Подача с места правого крайнего. И удар. И не факт, что придет подобное поколение. С Мавсисяном, находящимся в прекрасной форме, Асбилисом. А вот сейчас гол. Покажет нам этот эпизод. Вообще неплохое впечатление пока производят и те, и другие. Саркисов с мячом. Возле угла штрафной площади делает передачу. Генрих! По правой удар! Завели цифры. 51-49. В общем, не гостевые до определенного момента. Потому что мы сейчас видим, что команда Казахстана владеет мячом. И удар, поворот. Контратака. Ну давай, Генрих! Догоняет мяч Мхитарян, и это нарушение правил. Я думаю, желтая карточка, конечно же, Сергею Малому. И это второе предупреждение. Невысокий, тяжело здесь, конечно, ему бороться за верховые мячи. Поэтому армянам надо что-то другое придумывать. Ну как невысокий, в сравнении с футболистами Казахстана. А вот и другое придумали. Это нельзя, нельзя так спокойно давать, принимать мяч.